Готовность номер один. Перед началом отопительного сезона специалисты напоминают запорожцам о способах экономии тепла. Советуют выбирать пластиковые окна с двойной воздушной прослойкой, закрывать на ночь окна плотными шторами и покрывать пол толстым ковром для сохранения тепла. Нужно также уделить внимание радиатору в комнатах. По возможности установить зарадиаторный экран с отражающим эффектом. Энергетики подчеркивают, с помощью таких несложных способов удастся сохранить в квартире в среднем на 20% больше тепла. Есть еще очень простой способ, который не очень эстетичный, но в любом случае, может быть, его нужно будет применить. Темный радиатор коричневого или темно-красного цвета отдает тепла раза процентов на 10 выше, чем белый радиатор. Обязательно, то есть это должно быть. Иначе наши деньги, которые мы вкладываем, они вот, ну, точно так же будут улетучиваться на ветер вместе с нашей тепловой энергией.